Приветствую всех на моем канале. С 1 по 19 декабря в Испании проходит чемпионат мира 2021 по женскому гандболу. Сегодня, 3 декабря, завершилась первая групповая встреча между командами России и Камеруна. Матч состоялся в городе Лирия. Наша команда ну просто вдрызг расправилась с камерунками со счетом 40-18. Основные мячи наши девчата забросили во втором тайме. Камерунки не смогли противостоять российским гандболисткам. Наша команда им совсем не под силу. Ну а наши спортсменки готовы дальше бороться за честь России. Следующие групповые встречи россиянок 5 декабря в 20 часов ровно с Польшей и 7 декабря в 22 часа 30 минут с командой Сербии. Пусть наши девчонки только выигрывают. Пожелаем им удачи и побед. Всего хорошего всем. До новых встреч.